26 октября в понедельник мэр Магадана Юрий Гришан проведет прямую телефонную линию для горожан. Любой желающий сможет задать вопрос главе муниципалитета с 14 до 17 часов по номеру 62 50 65. Прямую линию по личным вопросам Юрий Гришан проводит ежемесячно. Чтобы попасть на прием к городоначальнику, в кабинете номер 105 мэрии нужно написать заявление. Обратиться с той или иной проблемой можно также к заместителям мэра по понедельникам, средам и пятницам. Телефонный номер для обращений 62 71 54.